В жизни у каждого человека есть вопросы, которыми задаешься с детства либо с юности, ищешь ответы на них везде, и у родителей, и у друзей, в школе. Было много вопросов, почему происходит так или иначе. И много вопросов, и не было ответов, и я эти ответы везде искал, и только вот в книгах авторов я эти ответы начал получать, и какая-то картинка целостная начала складываться. Там есть ответы на все вопросы современности. От развития человека, законов, и кончая вечным двигателем, как он устроен. Более серьезных книг я не читал. Это было просто удивительное воздействие и удовольствие от чтения этих книг в течение уже более 20 лет. После изучения информации меняется полностью пространство вокруг тебя, так как ты меняешься изнутри. Все тайны мироздания, которые доступны человеческому разуму на современном этапе эволюции. Они настолько фундаментальны, что можно применять их к любой ситуации, рассматривать ситуацию с разных углов и понимать глубинные какие-то вещи. Это действительно чудо книги, которые перевернули всю мою жизнь. Изучение этой информации очень хорошо повлияло на мою личную жизнь и открыло много тайн, которыми я интересовался на протяжении всей моей жизни. Я не только нашла ответы на эти вопросы, но и обросла новыми, на которые я также нахожу ответы в этих книгах. Настолько они многогранны, разноплановы. Почитайте книги, посмотрите, возможно, вам тоже понравится, возможно, они придутся по душе, и в какой-то момент станет легче жить, потому что вы получите эту дополнительную опору в сложных ситуациях и дополнительные ответы на вопросы. Книги объединяют в единое целое науку, философию и религию. Их можно применять в жизни, в деятельности, в семье, в дружбе, в любви. Они практичны и одновременно философские. Они рассказывают нам о том, что происходит внутри, и устремляют нас в мироздание. Появляется новый взгляд на вещи, соответственно, меняется и твое поведение, и твое окружение, и в целом ты можешь достигать тех своих целей и задач, которые ты себе наметил, и не совершать глупых ошибок. Эти книги дают основную духовную нравственную направленность, которая сейчас у нас в наше время очень важна для положительного становления личности. Начал писать картины, больше начал уделять творчеству внимание. Если их применять на практике, позволит совершить какой-то скачок в своем развитии.